Привет всем! Хотите сделать прозрачный фон у фотографий? Ну вот, нет ничего проще, в принципе. Вот заходим на этот сайтик. Всего помаленьку. Вот здесь где, вот. Делаем прозрачный фон картинки онлайн. Ну вот, перешли на эту страничку, мы попали. Ну здесь, в принципе, все написано с картинками. Вот такая должна в итоге у нас получиться фотография. Ну вот, давайте все по порядочку. Вот Pixel, подобие онлайн фотошопа. Ну сейчас пока мы будем переходить. Здесь можно, в принципе, почитать все. Здесь фотографии, они увеличиваются. Здесь все, в принципе, явно написано. Тут ничего сложного нет. Ладно, мы их выключим. Ну вот, в принципе, в итоге у нас получится вот такая вот фотография. Ну что там с переходиком с нашим? Ага, сейчас. Перейдем по ссылочке. И попадем на наш онлайн фотошоп. Так, загрузить изображение с компьютера. Ну вот, загрузим мы вот такую вот с вами обезьяночку. Обязательно ставим вот здесь вот галочку. Выбираем волшебную кисточку. Жмем. Так, кнопочка дел. Все, фотография готова. И можно, в принципе, сохранять. Сохраняем обязательно в PNG, который поддерживает прозрачность. Да. И куда мы там хотим, в какую папочку ее мы сохраняем. Сохранили. Так, все. И вот, больше нам здесь ничего не надо. Фотография у нас готова. И вот я вам уже эту фотографию готовую на 100% с фоном уже до этого сделал. Ну вот, для наглядности, вот она, наша обезьянка на прозрачном фоне. Вот я поставил фон. У меня такой плагин вставляет фон в любые записи, посты. И вот, пожалуйста, вот она, обезьянка с прозрачным фоном. Вот, удачи, пробуйте. В принципе, ничего сложного нету, делается за 5 секунд. Но фотографию, конечно, в гифке нельзя сохранить. Немножко потяжелее получаются файлики. Ну, ничего такого особенного. Все, удачи, тренируйтесь.